Всем привет! Сегодня мы будем готовить очень полезный вкусный салат из семги. Что мне понадобится для приготовления этого салата? Различные листья салата, салат айсберг, малосоленая семга, лимон, сыр тофу, перепелиные яйца, помидоры черри, красный перец и оливковое масло. Различные листья салата я уже порвала руками, и теперь я перейду к салату айсбергу, так как я его буду резать. Нарезаем не очень крупно. Высыпаем в чашку к другому салату. Нарезаем красный болгарский перец соломкой. Сейчас я буду нарезать сыр тофу кубиками. Нарезаем на полоски, и чтобы получились кубики. Этот сыр очень полезный, так как он содержит растительный белок. У этого сыра нет ни вкуса, ни запаха, но в салате он возьмет все ароматы от других продуктов. Добавляем салат. И теперь мы переходим к черри. Черри мы будем нарезать очень просто, пополам. Чтобы черри получилось очень красивым, его надо разрезать поперек, то есть вот так. И теперь отправляем черри к остальным ингредиентам. Перепелиные яйца нарезаем по половинке в длину. Семгу нужно нарезать соломкой. Главный ингредиент отправляется ко всем остальным. Осталось размешать и заправить салат. Аккуратно перемешиваем. Лимон мне понадобится для того, чтобы заправить салат. Отрезаем половину. И одну из этой половины мы будем использовать. Осталось выложить салат на тарелку, посыпать сухариками и заправить оливковым маслом. Вот такой питательный и очень полезный салат у нас получился. Пробуйте, готовьте, очень всем рекомендую. Подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита, пока!